Здравствуйте, товарищи. Так, собираем плюшки. Плюшки собираем по играм, по всяким играм. Ходим, собираем плюшки. Плюшки. Где плюшки? Того 9. Так. Здесь больше ничего нет. Больше никого. Вот здесь. Продолжаем собирать плюшки. Плюшечки. Плюшеньки. Чего-нибудь прокачаем. Например, вот это. Сколько? Почти за 4 часа. Так. Это тот редкий случай, когда нам повезло. И база устояла. Да, мы понимаем, Это всю площадку нужно вычистить. И по-умному все расставить. Но мы экологи. Мы не можем вырубать леса. Нам совесть не позволяет. Поэтому... Ну и потом... Это же некрасиво будет. Пустырь какой-то будет и все. Это зелёненькое всё, симпатичное. Ну и что? Что? Гранат. Они и так из гранат. Денежку заплатят. Из гранат. Донат — это тоже читерство, только узаконенное. Вот так вот. А мы ни то и ни другое не используем. Ни донат, ни читы, ни хакерство. Просто тихо, спокойно играем. Заходим, собираем плюшки. И уходим в сторону открытого моря на заранее подготовленные позиции. Та-та-та-та-та-та! Ну, ладно. Так. Это мы уже все сделали. Переходим к другой игрушке.
Вот. Еще одна игрушечка. Собираем плюшки. Так, это еще 20 часов будет строиться. Это будет один день и 4 часа строиться. Так. Собрали, это мы копим, здесь код копить можно, копить, сережку, вот, это кристаллы. Ух, нет, это оказалось не кристалл. Жалость какая. Это золото там, а здесь пар. 17 часов, 18 часов почти, а это 12 часов. Здесь есть дракоша. Ужас, летящий на крыльях ночи. Какие-то яйца у них на соплях висят. Ужас. Еще и орёт. В общем, жить. Вот чего у него там болтается, ужас какой-то. Неужели нельзя будет как-нибудь эстетично нарисовать? Гадость. Эстетично нарисовать гадость. А. Яка какая. Ладно. С этой игрушкой тоже все ясно. Следующая игрушка. Ежедневные плюшки. Вот. Это самое противное, что может быть. Получай в 4 раза больше опыта в ограниченном количестве боев. Только в ПВП. Мы в ПВП не ходим. На чужие базы не нападаем. И свои базы не охраняем, потому что у нас уровень не растет. В связи с тем, что мы не нападаем на других. А здесь, в отличие от игры, вот Wildlands, в этой игре от уровня очень много чего зависит. Это зависит от уровня. Что-то зависит. Что-то зависит. А, ну там открываются новые постройки.
и в предыдущей игре тоже от уровня многое зависит. Только в игре Bottle Essence ничего не зависит от уровня игрока. От уровня базы игрока. И ничего не зависит. Ничего не дает победа в клановых войнах. Это кошмар. А вот здесь победа. Даже не победа. Участие в клановых войнах дает соответствующий приз каждому члену клана. В зависимости от какое место они занимают. Тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю. Награды сезона. Награды и слава в магазине для всех членов рейтинговых альянсов. Набор чемпиона включает набор легендарных карт, 5 ключей, тра-та-та, сюрстопушки. Эпический бонус и 15 усилителей боеприпасов и опыта. 100 тысяч там еще. Это серебряные. 10 усилителей. Бронзовый. А это... Набор чемпиона. 5 ключей. Легендарный бонус. И 30. Четырехкратных усилителей боеприпасов опыта. Награда чемпиона. Чемпион. Легенда. Золото, серебро, бронза. Да. Ну и так далее. Да. Вот этого ничего нет в игре. Вот Лисунд. А это игра Ганзап. Ганзап. А предыдущая была Sky Clans. А предыдущая была... Предыдущая была... Что там было? Вот. Пляжные войны. Война на пляже. Это Sky Clash. А, Sky Clash. Sky Clash. Lords of Clans. О, ну почти Sky Clans. Дальше у нас Bottle Islands Commander. Вот выслан командос. Брос припасов.
сейчас золото дадут. Дадут золото. Слитки. Оп, дали две штучки. Расщедрились. Дрались, дрались и расщедрились. Это у нас снайпер 3D. Жуть. Там предлагают стать киллером и убивать людей. И снайперской винтовки, и всяких других видов оружия. Так, не единично, не симпатично это все так. Ой. Почему я держу так наушники? А не одену их на уши. Потому что и так жарко. Очень удобно. Так удобно. Тик. Оп. Три бриллиантика получил. Что там еще у нас? The Elder Scrolls. Старинные свитки. Суперсерия ролевых игр. А в данном случае карточная игра. Тоже ежедневные плюшки. Так. Еще ко мне пристанут. Но я удалю это. Если будут приставать, что этот звуки эти использованы. Вроде бы их нельзя отключить. Этой игре звуки интерфейса. Я теперь отключаю все звуки. Задолбали эти обращения упырей. Правообладателей, так называемых пресловутых. Ля-ля-ля. Забрать 700. 800 золотых. Лучше только ремонтный набор. Два ремонтных набора. И кристаллик. Вот так это максимально возможное количество денежек, которые можно выиграть в кости. Ежедневно.
но был пират. Карибе. И это тоже почти то же самое. Модификация. Аддон, который стал отдельной игрой. Почему-то. Мне здесь не нравится ничего. А главное, не нравится интерфейс. Жуткий. Жутко некрасиво, неудобно, нефункционально. Все это черным по серому написано. Не знаю, кому это написали. Ужас. Нужно как-то думать. Люди же пытаются думать как-то. Как-то. В чем-то где-то. Зачем такой интерфейс? Еще. Танк Форс. Нажмите какую-нибудь клавишу. О, день первый. День 12-й, 170 денежек золотых. Расщедрятся. А так 20 тысяч. Вот так вот так вот. Хи-хи-хи-хи-хи. Вот такое дуло. Можно, конечно, улучшить графику. Но может, не нужно. Ну ладно. Так, это мы тоже все сделали. Дальше. Можно к металлолому сходить в игрушку какую-то. Там машинки. Из металлолома можно всякие штучки собрать. Даже танк можно собрать. Ну или боевую машинку. С пулеметами, огнеметами, шипами. Так. Всякие машинки можно купить. Можно купить. Можно продать. Нет, продать нельзя. А
повторим. Вы только ножами разделываем картошку, тушку, свиную тушку, дальше тогда стрелять. У нас такие дроны выскочили. Ого. Первый раз такой вижу. Ужас, что творят. Ужас. Ой. Ничего не убрали. Вот что творят. Видите? Это мы нажали на кнопочку вместо того, чтобы их. А, они еще и самоликвидируются. О-о-о-о. Выскочили, так. И понеслись. Ой. Теперь летающие. Хренати. Вот что говорит. Ужас. Чего творит? Еще там. Это левая кнопка. Выскакивают. Выскакивают. А правая кнопка мыши выскакивает. Тот самый. А еще не перегрузился. Правая кнопка мыши вертолетик беспилотник выскакивает. А левая кнопка мыши беспилотники, танчики, выскакивают. Вот этот вертолетик. Правая кнопка мыши. Все. Закрутились левая кнопка мыши и поехали. Только мы не мешаем ехать. А, хрен уничтожать врагов. Ух, вертолетик сам ликвидировался. А мы поехали дальше. Тест-драйв. Вертолетик перезагрузился. Может перелетать. Уничтожать врагов. Нет, правая кнопка мыши. А вот левая кнопка мыши. Школьный автобус ликвидировал. Это только тест-драйв. Здесь еще бои ПВЕ. То есть с компьютером. С искусственным интеллектом. И ВП, то есть с другими игроками. Здесь ПТО, да. Поэтому просто по базе есть. Мы пустили. Это нечего. Начинаю закончить.
наработки машинки. На этой оптимистической ноте переходим к другой игрушке. А это одно бесконечное количество этих видов. Ух ты! Они еще и маскировку имеют. Но тоже перезагружаемая. В общем, жуть. Наших нажали, и вас не видно. Полезно, когда заканчиваются дроны. Беспилотнички. Вот такая вот хрень. Ну ладно. Да, кстати, мы сюда же дошли за клюшкой. А не из этого тест-драйва. Задание выполнено. 40. Металлолома. Порций. 40 порций металлолома. Где его можно продать? Закопить. Эта штука 1500 стоит, машинка. А вы за 100 единиц металлолома получаете только почти меньше. Чаще всего меньше 3. Меньше 3 денежек. И сколько вы так будете копить, если каждый день можно получить только 40 единиц. Металлолома. А если продать 100 металлолома, то дадут еще 25. А вы продали. В общем, жуть. Раньше хоть цены были приемлемые. Больше 3 денежек давали. И сколько мы скопили? 200 с хвостиком. 230. Не будем продавать, а сколько у нас металла? Почти 3000. Выходим. Еще одна игрушка. Shakes and Fidget. Немецкая игрушка. Здесь тоже можно крылышки всякие получать. Можно на гарнизон уходить. Городская вахта. Можно 200 с хвостиком. Наверное, почти 300. Работать. Сколько там можно получить? За сутки. 229 золотых. Это здесь основная валюта. А не основная грибочки. Это те, которые можно покупать за реальные деньги грибочки. А можно выигрывать, как в этом самом Bottle Island. Тоже рулетка здесь есть. Так, 20 денежек за 5 минут. Или 229 за сутки. Вот здесь можно за 15 минут 89 получить.
За 20 минут можно 102 золотых получить. Здесь вот рулеточка такая. Колесо удачи. Это опыт мы выиграли. Максимальное количество из возможного здесь. Еще здесь развитие замка и охрана. Здесь подразделение. Готовые к бою. Но мы здесь тоже не атакуем чужие базы. По традиции. Только защищаем свои. Так. Вот оно. Городская вахта. Страж его. Городская страж. Так. Оп. И понеслась. 0.27. В 0 часов 27 минут можно получить 229 золотых и 10 центов. Йо, пойдем в другую игрушку. Вот. Игрушка Райм Волт. Российских производителей. Сюжетная линия нам не пройдена. Склад. Соберем еще. Шелка не хватает. Будем ждать. Потом зайдем. В Путлысланд. Постоянно падают. Вот такие вот ящики зеленые с припасами. Их может быть 9 золотых. Редко встречается, но один раз попалось 7 штук. Ну, 7 раз по 9 золотых слитков. В один день. Главное их с периодичностью 2-7 минут. Вовремя собирать. О их появлении возвещает шум мотора самолета. Ищите, если не поставить ничего, то может быть спрятан ящичек за пальмами, и вы его не увидите. Только при большом приближении, а может даже и это не поможет. А может захват острова строением. Тогда не будет сюда опускаться. Ящичек на парашютике. Вот тоже. Кто его знает, тоже может. Сюда бух, опустится все. Там еще ищи его свищи.
Так. Это у нас война. Совершенно бесполезное занятие для клана. Ничего не дает. Абсолютно ничего. Ужас. Ладно. Дальше собираем плюшки. В Bottle Island можно собирать плюшки круглосуточно. Они все будут опускаться, опускаться, опускаться. Озолотитесь. Ничего не нужно платить, и никакие читы не нужны, и ничего не нужно хакерствовать. Просто сидеть и ждать, пока опустится. О, вот такой вот ящичек. Ох, 2000 или около того припасов упало с неба. Теперь еще через 2-7 минут опустится. И там может быть 9 золотых слитков. А вот что-нибудь. World of Tanks. Легендарная игрушка. Вот так вот. Удобно. Наушники держать на шее. А, микрофончик приподнять. Ля-ля-ля. И ничего не надо прижимать. И рука свободна. Ля-ля-ля. Тополя. И проходит. А мы догадались. Как сделать? Так. Так. Британская гвардия. В магазине появились премиум танки из Великобритании. Молниеносного. А, молниеносно оказываются в гуще событий. Быстро раздают урон. Плюшки раздают. Вот эта вот штучка вот очень, очень плохая. Вот, вот эту вот. Вот сюда. Бу-бух, бу-бух, бу-бух. Как раз не они будут урон раздавать, а вы им. Но попасть в нее лучше. Лучше стараться попасть в нее, когда он стоит. А стоять он вряд ли будет. Наверное, какой-нибудь быстрый средний танк. Они почему-то любят продавать средние танки. Наверное, никто не покупает. Все акции, акции, какие-то именно на средние танки. А проще всего считается играть тяжелым танком. Все пофиг. Эхе-хе. Еще раньше, когда не было World of Tanks Blitz, был просто World of Tanks. Тогда было, но оно сейчас есть. Тогда было здорово врываться на территорию противника, всех засвечивать и получать
награды погибнув героически. Так можно было быстро качаться. А потом это прикрыли. Что вот это вот, то, что за свет, это ничего. А вот если дамаг по твоему засвету, вот это да. А для того, чтобы дамаг был по твоему засвету, тебе нужно долго жить и счастливо. И показывать врагам, где враги. Фу, друзьям показывать. Это где они, друзья? Это они в этом бою друзья, а в следующем уже предатели. Вот. А враги не могут предать. Они молодцы. А друг всегда может предать. Вот этим они отличаются. Хуже только равнодушным. Это с их молчаливого согласия творятся самые жуткие дела в мире. А враг что? Враг может максимум это убить тебя, то есть отправить в лучший мир. А друг максимум может предать тебя. Так что равнодушный. Вот тропические леса вырубаются, а вы сидите здесь и смотрите видео, вместо того, чтобы защитить леса. И в Сибири вырубаются леса. Легкие планеты. Еще и сине-зеленые водоросли вообще-то, которые тоже в океане живут. Микроскопические такие вот тетюсички. Выделяют кислород. Поглощают углекислый газ. Мы за счет них дышим. Они вроде бы максимальное количество кислорода выделяют на Земле. То есть их выделяют в океане для планеты Земля. Но мировой океан засрали, не побоюсь этого слова, пластиком. Огромные острова уже плавают. О. Слева и справа. На западе и на востоке Евразии. Огромные. Их видно уже из космоса. Огромные острова пластиковых отходов. Ужас. И вы сидите, смотрите тут, понимаете, видео. Идите быстрее, протестуйте. Правильно? Правильно. Так. А то санкции они вводят против России. Убогие. Кто вас защитит-то, кроме России? От диктаторов? Господи! Так. Ядерным оружием хотят бомбить Россию. Тогда все перегрызетесь, идиоты. Или будете жить при тоталитаризме. Типа гитлеровского. Да, потом вспомните о России, но будет уже поздно. Антиутопия будет. Ля-ля-ля. И тут же исчезают за складками местности горы кредитов обеспечены. Вот, только о деньгах и думайте. Англосаксы, как так можно? Господи. Вот и Бентам. Фу.
Так, что тут у нас идет? Плюшка, плюшка, плюшка. Одна там осталась. На сегодня. Халявная. Танк, мародер. Полипусенький. Но очень широкий. Чем-то, но низкий. Низкий, но широкий. Но очень широкий. Прямо, прямо очень широкий. Но низкий. Может прятаться в складках местности как раз. Вот такой он. Вот у меня у мышки плохо работает колесико. В связи с этим... Как будто он горит. А на самом деле оптический обман. Видите? Видите, что творится? Это по случаю годовщины всякой там юбилейной высадки в Нормандии. Англосаксов как раз. Они типа открыли к концу войны Второй мировой, когда уже Россия почти уничтожила гитлеровскую Германию, фашистов всех, перестреляла, англосаксы опомнились, и американо-британский десант высадился в Нормандии. Вот это как раз панорама посвящена. Недавно праздновали на днях высадку в Нормандии, открытие второго фронта. Но чей был первый фронт? Об этом не упомянули. И кто нес основную нагрузку военную? Россия несла. Американцы отсиживались на своем континенте, отдаленно, ля-ля-ля, в Африке там бегали. Чуть-чуть. Подставились под японцев специально. Перл-Харбор. Сами себя выпороли. Самострел. Вообще, такие говнюки, как 11 февраля, ой, сентября, так и это, Перл-Харбор, повод все, повод искали, нашли. Как сибирская язва в Ираке, чтобы уничтожить Ирак. Нет, ну зачем, зачем такие поводы искать? Хотите уничтожить, уничтожайте. Зачем вообще позорище такое устраивает? Ну, то ли мир считают идиотами, то ли сами идиотами, понятно. Это их дело. Нас это никоим образом не касается. Коснется, когда американцы всех будут бомбить. Вот это коснется. Ну ладно. Так, британцы все отсиживаются на своих островках. Шелмишки. Ну ладно. Так. Настройки. Так.
здесь World of Tanks Blitz на каждом сервере свои плюшки. Нет, не совсем на каждом. Серверов 6, а плюшки только на 4. Одни 3 страны. Там это Бразилия. Нет, не страны, регион Бразилия. Латинская Америка, Ближний Восток. Дублируются плюшки, дублируются с кем-то. Евросоюз. В общем, на 4 серверах можно взять плюшки. Из 6. 4 из 6. О! Бустер. Что такое? Это их используют для увеличения опыта и кредитов за бой. Мы это не используем. Мы не экипируемся. Не экипируемся бустерами. Такое противное слово бустер. Ну что это бустер такой? Что это? Придумают вечно чушь какую-то. На городях, понимаешь? Вот, новый вид боя. Реалистичный. Минимум боевого интерфейса. Честный обзор. Никаких лампочек засвета и подсветки брони. За первые 10, 20 и 30 побед предусмотрены особые награды. А эти? Якобы знатоки. World of Tanks, распальцованные, бубнили, вот вы нубы, чего вы играете с отключенным интерфейсом, убоги, как так можно, гундят, это эти как его. Озабоченный рейтингом своим. А людям так нравилось просто играть, отключать интерфейс, карту отключать. И ради развлечения, поездить, пострелять. А этим главное победа. Озабоченные такие все. Ужас. Ну ладно, еще деньги за это платят, за победу. Господи, золотые снаряды у них, золотые танки. Ужас. Здесь, конечно, можно вытянуть бой. А когда 15 на 15, и это очень напряженно. Давление, пульс повысится. Помрете, если каждый бой будете вытаскивать. Если платить денежки, то тоже, конечно, преимущество это дает, но не абсолютно. Вы не становитесь богом, понимаете? Танкодрома. Вот такой вот новый вид боя. А мне нравится вот этот, как его. Mad Games.
там никаких рейтингов, никаких этих стукачеств. Можно ездить как угодно. Можно стрелять, можно не стрелять, можно засвечивать, можно не засвечивать. Можно проигрывать. И никто тебе плохого слова не скажет. Может, людям просто элементарно нравится проигрывать. Победа нас ничему не учит. А вот проигрыш... Поражение учит всегда. А от победы чувствую какую-то опустошенность. Не к чему больше стремиться. Полный кирдык. А при поражении начинаешь самокопанием заниматься, думаешь, а что бы было, если б я поехал не направо, а налево пошел, понимаешь? Закрыл бы эту игру и пошел бы налево, действительно. Да, вот здесь камуфляжики всякие, можно. Чуськи-пуськи. Видите, что творится? Что творится? Молнии, понимаешь, это все. Карбон, шмарбон. Ой, моя любимая, это самое, камуфляжина. Куда это делось? Здесь были такие симпатичные штучки, пластинистые, как будто дополнительная броня у танка появляется. Тактический наряд такой. Симпатичный. Бронежилетик. И нет. Пожалуй. Вот, Черчилль, пожалуйста, 5-го уровня, золотой танк вам. Это плюшках мы открыли. Вот здесь вот контейнер, вот это открыли, или вот это, или вот это. В общем, что-то. И там был танк. И вот этот был танк. И ничего. И вот этот. Ну, еще плюшка. Ну, это... Бустеры и аватары. Зачем-то аватарки. Зачем эти аватарки нужны? Иконки. Вот это. Вот мы без иконки и нормально. Блиц. Молния нарисована. Классная. Так. Это нас завлекает, когда боев 5000, тогда здесь значительно меньше процентов. И люди все психуют, а количество процент побед падает. Они психуют. Все виноваты все. Ля-ля-ля, сюськи-пуськи. Горит. Гори, моя звезда. Звезда любви. Хем-пам-пам. Так. А мы все обошли, все плюшки собрали. Настройки. Ай, нет, не все. Еще
Две клюшки надо собрать. На двух, серверах. Эх, какая была замечательная игра. World of Tanks. Мы прятались. И нас не видели. Враги. Целый гурьбой проезжали мимо. 10 танков. Мы сидим в кустах. И нас никто не видит. Вообще никто. Вот 5 метров буквально, вот. Вот, а потом это отменили. Так. Поздравляем. Так. Ну и правильно. Вот видишь, какой ты молодец. Нет, не надо, не надо, не надо. Место в ангаре, место в ангаре.
Так, это на что? ДВ2. Вот. Последняя клюшка осталась. И кончено. СУ-100 аварий. $125,000 серебро отсыпали. Но это не спасет отца русской демократии, гиганта мыслей. Золотой дракон. Ну ладно, на этой оптимистической ноте.
Упрощаемся. До новых встреч в эфире. Денис пошел. Вкушать. Вот. Приятного мне аппетита.